Вы смотрите Russian Music Box, и прямо сейчас я, Кирилл Батишта, расскажу вам, какие изменения перетерпел список участников программы «Раскрутка» за минувшую неделю. Вначале их было 10, сегодня уже 7. Кто остался за бортом? Игра в любовь не помогла группе Queen же удержаться в раскрутке. Именно они первыми покидают проект. Конечно, всем хочется выигрывать, но у нас в этот раз не получилось. В любом случае, мы благодарны каналу Music Box и программе «Раскрутка», которая дала нам возможность показать свою работу людям. Важно участие! Вся стихла только в небеса, гром хриплый и его гроза, сверкает ветрями огней, решает, что любовь сильней. Что любовь сильнее, пойди скорее, дождился на пожар лесной, клубился дымом над водой, взлетает, тянется за ней. Он знает, что любовь сильней, что любовь сильнее, полюби скорее. Веселый клип. Я хохотала все видео целиком. И, кстати, заметно, что вы очень хорошо проработали техническую сторону вашего клипа. Ну, тут все достаточно интересно реализовано, на мой взгляд, в формате такой видеоигры. Притом все так обобщено. Тут и трансформеры, и гоночные машины, и просто стрелялки, и даже любовь. И все в такой, знаете, в таком хаосе, в такой перемешке, что, в принципе, оправдывает затею клипа, да, идею о том, чтобы связать это все с видеоиграми и все максимально возможные идеи видеоигр объединить в одной. Вот, как это отражает суть песни, я не знаю, но в целом клип мне нравится. Да, у него есть какое-то определенное развитие, очень серьезная тут графика. Думаю, что это, на это требовались какие-то определенные затраты временные, материальные. Так что я думаю, что этот клип вполне имеет место, как минимум, для ротации в интернете, либо даже на телевидении. Так что, мое личное мнение, почему нет? Надеюсь, Валерия Шатецкая все-таки узнала свой путь. Ведь теперь ей предстоит решить, куда идти дальше. Майская раскрутка уже не для нее. Не нужно каких-то конкретно особых причин касаться руками самых высоких вершин. Об этом сказал мне мой друг ВДК. Теперь не забуду я эти слова. Пускай не сложилось сегодня, но завтра я снова достану из сумки тетрадку. Придумаю несколько легких аккордов, немножечко текста. Друзья мне помогут. И сотого раза измором возьму. И в чарты страны все же я попаду. Сердце стук, тук, в душе ветер, сияет солнце и так светло. В небе луны кусочек светит, от него внутри тепло. Я так устала от безвыходных сомнений, я больше не пугаюсь делать первый шаг. В водовороте ошибок и волнений я не боюсь увидеть матышах. Я так устала от надуманных запретов, я рву все цепи и парю над лабиринтом вопросов и ответов. Я, улыбаясь, весело лечу, каждый на земле должен быть.
счастливым. Для этого нужно любить, только любить и быть любимым. Я знаю точно, время все лечит. Я иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу. Я знаю точно, время все лечит. Я иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу. Я не знаю свой путь и когда повернуть, но тебя среди других я клянусь узнаю. Ла 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 ла. Волшебство белой ночи, пройтись по улицам до утра. В голове рождаются строчки, это новой жизни глава. Я так боялась увидеть осуждение, теперь я не пугаюсь посмотреть в глаза. Я сделала шаг навстречу приключениям, Агапа вновь посещает меня. Каждый на земле должен быть счастливым. Для этого нужно лишь полюбить, лишь полюбить и стать любимым. Я знаю точно, время все лечит. Я иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу. Я знаю точно, время все лечит. Я иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу, просто иду к тебе навстречу. Я не знаю свой путь и когда повернуть, но тебя среди других я клянусь узнаю. Ла 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 ла. После просмотра клипа Валерии Шатецкой остается позитивное впечатление. Прекрасная, позитивная, солнечная песня, радужный клип. И девочка сама очень миловидная, поэтому впечатление потрясающее и позитивное. Ну, мне все понравилось. От такой песни не может быть плохих эмоций. Но единственное, я бы посоветовала девушке найти все-таки стилиста, который поможет Валерии определиться с образом. Поэтому я ей желаю все-таки найти того человека, ту фею, которая сделает из нее принцессу, и она покорит нас всех. Драйва маловато. Да? Нет, да, ну да, песня маловато. Такая под американский поп-рок такой. Ну, да, поп-рок, американский поп-рок, где нужно подрайвить, но больше, там да, немножко не хватает драйва. Немножко так-то хорошо. Так, слушай, ну, чище. Привет всем, кто смотрит раскрутку на Russian Music Box. Пришло время узнать имя третьего участника, который прямо сейчас покинет проект. Конечно, я расстроен. Я ожидал победить, но не сложилось. Но хочу сказать огромное спасибо каждому. Тот, кто голосовал за меня, за каждую смс-ку, за каждый голос, вам огромное спасибо. Я думаю, что в следующий раз мы обязательно выиграем. Ну, я не отчаиваюсь, я двигаюсь дальше, у меня уже есть новые работы, которые я обязательно отправлю на телеканал Russian Music Box, программу «Раскрутка». И надеюсь, оно поучаствует и в следующий раз обязательно выиграет. Жду ваших голосов и смс. Я люблю диджей, словно с кнопки play, запускаю тебя.
любви диджей. Наверное, он просто такой, какой он есть. Наверное, любое творчество имеет право на жизнь. Я думаю, что тяжело этого парня оставить незамеченным, потому что это действительно очень странный персонаж. В общем, я желаю ему удачи. И мне действительно хотелось бы посмотреть на людей, которые его слушают. Я думаю, стоит поближе познакомить вас с остальными участниками, которые продолжат борьбу за главный приз от Russian Music Box. Лиза Васаби, громче. 2XS, кричи, я на тебя забила. Радио Тишина, белый кролик. Игорь Линде, послушай, Нюша. Нел, Тенерифе. Гост, балалайка. Влада Чупрова, не беги за мной. Финальная битва программы «Раскрутка» пройдет 23 мая в караоке-клубе «Грэммис». Сбор гостей в 19:00. Приходи и первым узнай имя абсолютного победителя. Лиза Васаби полностью оправдывает свой творческий псевдоним. Действительно, острая штучка. Смотрим ее клип «Громче». Привет, я Лиза Васаби, и я хочу показать тебе свой клип на песню «Громче». Для того, чтобы эта песня стала победителем программы «Раскрутка» на канале Russian Music Box, тебе нужно взять в руки свой мобильный телефон и отправить смс с текстом «Лидер1» в поддержку Лизы Васаби. В общем, голосуй за мой клип, включи погромче звук «Лиза Васаби» и «Music We Trust». Обещала сразу, что скучно не будет. В руках ее скакалка и кубик-рубик. Заклеила рот скотчем, светила фонариками. Гуляла по студии среди цветных шариков. Не знаю, как экспертам, а мне нравится. Очень динамично, время не тянется. Заводили хвостиками котики и песики. Позитивный клип с элементами эротики. Начало песни очень хорошее. Продакшн супер, качает, но начинается припев. И провал. Жесткий провал, сразу думаешь. Из другой песни. Да, а начало, припев да, можно было бы покачать. И девочка красивая. Ну, девочка красивая. Вы уже придумали, что будете кричать в поддержку понравившегося артиста на финальной битве раскрутки? Лучше всего скандировать имя исполнителя.
девочки из группы 2XS советуют абсолютно правильно. Привет! Я Ирина. Я Светлана. Мы группа 2XS. Мы представляем вашему вниманию наш дебютный клип на песню «Кричи, я на тебя забила». Смотрите наш видеоклип в программе «Раскрутка» на Music Box. Russian Music Box. Код для голосования «Лидер 3». Группа 2XS. Ну, девчонки практически мои землячки. Я желаю вам удачи, девочки, вы молодцы. В целом, мне понравилось это видео. Мне понравилось, как девушки поют, понравились голоса. В принципе, что касается песни, мне очень понравился выход на припев, что на первый, что на второй. Очень необычный выход. Действительно, вокально исполнено хорошо. Что касается видео, тоже все очень насыщенно, богато и ярко. И там есть и определенный сюжет. И девушки отдельно еще делают там синхроны, да, вокальные, как они поют, показано. В принципе, мне в целом клип нравится. И аранжировка тоже нравится. Очень впишется, да, песня действительно в такой клубный формат. В принципе, у клипа действительно, на мой взгляд, есть определенное будущее. Иногда тишина способна придать сил, а также настроить на нужный лад. Но у ребят из группы «Радио Тишина» совершенно другая позиция. Всем привет, с вами группа «Радио Тишина» и наш клип «Белый кролик». И мы участвуем в программе «Раскрутка» на Russian Music Box.
Чтобы проголосовать за нас, отправляйте смс лидер 6 на короткий номер 37200. Своими руками я хочу поймать белого кролика в своей голове, как я хочу поймать белого кролика своими руками я хочу поймать белого кролика в своей голове. Посмотрев видео, я понимаю, что этот жанр, он мне не близок. Но мне кажется, что ребята найдут своего зрителя, найдут своего слушателя, и они наберут достаточно большое количество голосов. Работа достойная, но лично для меня дает какой-то психушкой. Поэтому я желаю ребятам, чтобы они наконец нашли белого кролика у себя в голове, и удачи. Клип супер, да, мне очень понравился клип. Есть история, развитие, есть конец, начало, кайф. Я только не понимаю, зачем было петь на английском. Не стоило этого делать, нужно было продолжать, что начало. А там был припев небольшой, да? Да, но вставочка на английском. Вот. А белый забавно. Кролик — это когда про стрекозу, немножко стрекозу песня напомнила, стрекоза любви. Песня для шизоидов от шизоидов. Всем присоединившимся, здравствуйте! В эфире Russian Music Box, программа «Раскрутка». На протяжении мая я, Кирилл Батишта, буду вместе с вами следить за тем, как разворачиваются события на проекте. И у нас на подходе следующий участник. Интересно, а сама Нюша знает, что она снялась в клипе Игоря Линды? Надо бы ей сообщить. Привет, меня зовут Игорь Линде, я являюсь автором и исполнителем этой, на мой собственный взгляд, не самой обычной песни «Послушай, Нюша». Что она означает, почему она была написана, я рассказывать не буду, пусть это останется тайной, по крайней мере, пока. Скажу только, что видео снималось достаточно долго, примерно 8 месяцев, было потрачено много сил, энергии, эмоций на все это дело, поэтому я очень надеюсь, что вам понравится, да, и... Потому что я попытался сделать что-то интересное, необычное, что-то новое, да, для нашего музыкального рынка. Вот. Тем не менее, попытался сохранить какие-то свои музыкальные предпочтения, да, вкусовые, стилистические. Вот. Поэтому голосуйте за меня, отправляйте фразу «Лидер» с цифркой 7 на номер 37200. Спасибо.
Сколько можно ждать? Я хочу летать еще выше всюду. Послушай, Нюша, ты обещала чудо. Сколько можно ждать? Не важно никому, кто мы и откуда. Послушай, Нюша, ты обещала чудо. И я все время жду. Сейчас, а просто ждать чуда, ждать чуда. Не я один запал на эту волну. И сколько хочешь, можно быть на луну. И просто ждать чуда. Это кто-то за меня берется объяснять, что глупо вспоминать о том, что раньше было. И просто ждать чуда, ждать чуда. Для Нюши стихи написал. Днями не ел, ночами не спал. Чтобы лучше девчонка его понимала, он ей написал ее же словами. Попытку зачтем с переменным успехом. Услышать девчонка хотела. Нет, но клип нам хотелось смотреть до конца. И в этом, бесспорно, заслуга певца. И у нас на подходе следующий участник. Машем ручкой Нел. Всем привет, я Нел, участница майской раскрутки на телеканале Russian Music Box. Смотри клип «Тенерифе» и голосуй за меня. Отправляй смс на номер 3150 с текстом «Лидер 8». Мне нужна твоя поддержка. Этот воздух, пьяный ветер океана. Наши фото там и лица на экране. Звезды нам играют то, что между нами. Незабываемо. Не видит граней. Забудем про системы. Мечты вяжут темы. С тобой весь день мы. С тобой везде мы. Солнце светом белым лучи постелит. И мы так рядом.
После просмотра клипа Нел Тенерифе остается загадкой. Когда слышишь эту певицу, думаешь, то ли это елка, то ли это Айова, а то ли это елка и Айова в одном лице. Хочется пожелать, наверное, Нел, чтобы она поняла, кто же она все-таки елка или Айова, и наконец-то съездила на Тенерифе, отдохнула и прилетела загорелая, отдохнувшая. И начала покорять звездный Олимп. У певицы Нел, которая продемонстрировала нам свою песню «Тенерифе», очень интересный вокал. Я думаю, что ей стоит сделать на это акцент, и это приведет ее к успеху. Ее собственный интересный почерк и неповторимый тембр голоса. Финальная битва программы «Раскрутка» пройдет 23 мая в караоке-клубе «Грэммис». Сбор гостей в 19:00. Приходи и первым узнай имя абсолютного победителя. Кстати, лучше всего это делать под звуки балалайки. Специально для вас, ГОСТ. Приветствую всех на Russian Music Box. С вами ГОСТ. Если вам понравилось мое видео, отправляйте на номер 3700, лидер 9. Танцуйте, олигархи, танцуйте, средний класс. Под ритм балалайки, биение сердец. В ритм точно заданный, вычерчен балладою. Смазана конкретикой моей души истерика. Глотает пыль Америка. Инструментом мускулы созданы по-русски. Небо для создателя, для нас земля накатана и стоптана ногами. Танцуйте без сознания. Если честно, нас всех улыбнул. Пусть там полно неприятных фигур. Не знаю, что парень хотел донести. Наверное, мне нужно слегка подрасти. Наверное, надо. Ребят, патриотичный клип, патриотичная песня. По-моему, это здорово. Ты тоже пишешь музыку? Хочешь принять участие в программе «Раскрутка»? Смелее! Отправляй свою заявку на raskrutka@musicboxtv.ru. Может, именно ты окажешься одним из 10 счастливых участников в июне. Влада Чупрова отправила свою заявку. И вот результат. Привет, я Влада Чупрова.
Вы смотрите программу «Раскрутка» на телеканале Russian Music Box. Смотрите обязательно мой клип «Не беги за мной» и отправляйте смс со словом «Лидер 10» на номер 3720. Картинка, хотя ничего особенного в клипе не происходит, да, тут есть вот образ девушки, образ Влады, которая является центром, да, этого видео. Ничего особенного в клипе нету, но тем не менее заставляет как бы обратить на себя внимание. Вот, никаких эффектов практически здесь не применяется, да, но действительно все держится на авторской песне, это чувствуется, это нравится. Нравится, как исполнено. В целом, вообще, видео, да, и исполнительница вызывает положительные эмоции. И вообще хорошо, что вызывает эмоции, и эмоции действительно положительные и приятные. Вот. Очень как-то, не сказать, чтобы и стильно, да, и современно, но тем не менее, видео обращает на себя внимание и нравятся какие-то неожиданные там гармонические музыкальные повороты. Вот, иногда даже кажется, как ничего себе, как необычно, необычный такой вот переход. Вот. Так что я ставлю плюс определенно. Да, и опять же, сам бы проголосовал вполне за данное видео. Забыл номер понравившегося исполнителя? Не беда, мы напомним. Итак, участники майской раскрутки. Лиза Васаби, «Громче». 2XS, «Кричи, я на тебя забила». Радио «Тишина», «Белый кролик». Игорь Линде, «Послушай, Нюша». Нел, «Тенерифе». Гост,
«Балалайка». Влада Чупрова, «Не беги за мной». Хочешь быть в курсе последних музыкальных новостей? Смотри по вторникам и пятницам в 7 вечера по Москве программу Newsbox с Лоей. Никаких слухов и желтой прессы, только факты. Финальная битва программы «Раскрутка» пройдет 23 мая в караоке-клубе «Грэммис». Сбор гостей в 19:00. Приходи и первым узнай имя абсолютного победителя. Ну что же, трое участников выбыли из гонки за главный приз от Russian Music Box. Но конкуренция среди семерых остальных не стала меньше. Через неделю «Раскрутку» покинут еще двое, поэтому активнее голосуй. Смотри «Раскрутку» в следующую среду ровно в 19:00, а также обязательно позаботься о том, чтобы приобрести билеты на финальный концерт себе и другу. С вами был Батишта. Пока! Oh.